первый. Тут уже вопрос был, смогут ли LGD как-то подстроиться и смогут ли они как-то вот сыграть по-другому. Проходил водички попить, видел команду LGD, они в очень разобранном состоянии. Там настолько все плачевно, они супер грустные такие стоят, не понимают, наверное, что с ними сделали Secret, как их поломали. Драфт на второй карте LGD выглядит менее агрессивно. Здесь все появляется Банша, Зевс. Да, есть инициатор крутой в виде Тини, который может ворваться там и кого-то схватить, но... И контраргументы имеются. Да, очень сильный никс, мне кажется, здесь. Здесь, если у Зайца будет хорошая игра, то можно просто солить игру на четверке. И вот этого никса не забанили, он во второй стадии в драфт доехал. Если так посмотреть, то ну что, ну Зевсу неприятно, ДП очень неприятно. Не самое такое комфортное против никса отыгрывать. 30 секунд. Пятером у нас Secret в центре мы видим. В это время LGD засаду делают некую во вражеском лесу. На прошлой Secret 3 баунти забрали, кстати, еще, что... Здесь герои уже давало весьма какую-то плюс моральку такую, агрессивные, да? Агрессивные, которые могут выйти в бой и купить. Контроль у тебя есть, фиксация на месте тоже. Так что Secret могли бы рискнуть, но мы видим... Пока что, судя по всему, три хотят забрать LGD в этот раз. Посмотрим, Купей. Да, три для LGD. Проигрывает эту битву за руну. Да, руну подбирает Ами для своего коллектива. И только Заяц одну секьюрит для Secret в этот раз. Monkey King не такой плотный, как... Слушай, а что, втроем будут начинать в топе? Чтобы как-то как раз вот этому Monkey King не дать хорошо стартануть? Или что это будет? Есть такая возможность, почему нет? МК он тоненький. МК он очень тоненький, его можно разминать. Он и по игре потом, если открываешься на него через Виндетту, или шаг помогает брейкер, да, влетает. Да, и смотри, это Кристаллис в топе уже. Это трипла сложно. Нет, Заяц улетает. Заяц именно улетает. Как тебе вообще линия брейкер против Monkey King? Мне кажется, что для МК должно быть покомфортнее. Ну, Марси вообще не хотелось бы сюда приходить, хоровой Марси, да, против МК. На ДБ получше, потому что все-таки там ты можешь угрожать уже со второго уровня, раскрутить этого самого МК. Мы очень много банили Марси Secret, но мы видим, сейчас решили забрать для резолюшна. Буквально одну карту на ней играл, но... Решили добрать. Герой сильный, мощный. Ну, смотрим. Ксинкью тут не дает отводить. Ну, у него хорошие статы против Никсау. Может с ним потыкаться. Резоля загнали под вышку. Сейчас важно полоскитить все. Роман справляется пока. Рынжового забрали через подкоп. За денайл фейсбен. За денайл? Успел, да? Да. Думаю, что уже вижу, что на шипе поднимается рынжовый крик. Слушай, экспу не забирают у резолюшна. Вот это очень удобно, потому что резоль апается. Кристаллис. Настакал на перестаке, но там не так много урона, чтобы идти прям в этот ва-банк. Да, он использует просто эти удары для того, чтобы как-то подхилиться чуть-чуть. В любом случае, мы видим, что 8-5 здесь у Ами. И мы видим, что второй раз достаточно комфортную игру на центральной линии получает Ниша на своем лишраке. Не, Ниша, да, прям на лишраке божит, я бы сказал. Статус здесь. 12-2, у него все прекрасно продолжает. У него... По запасу здоровья, скажем так, тоже все хорошо. Ботл полный. Еще и руна воды в запасе, так что его здесь быстро не пробить никак. Заяц таскает на себе крипчиков, не дают сделать никакие отводы. Центральную башню сил света. Денаев предостаточно, ласт-хитов как-то хочется поднабрать немножко. Не против. Просто против фейт-бьяна сделать. На рынжового крипчика запрыгнул. Резоль забрал, получает сифон. Присыпали. Сейва, если что, никакого нет. Не слишком ли агрессивно здесь сыграл резолюшн. Уходит под вышку, еще бревно получает. И пора использовать фласт. Все это ради рынжового крипа было. Ну а что тут? В два милишника тяжко играть против такой линии. Подходить на никсе вплотную тоже особо не разомнешь к синкью. Резоль опять под вышкой. Не получается тут ласт-хитить.
Синкью держит на себе крипчиков, чтобы никак водов. Пофармить им тоже это долго будет. Да, он пофармить даже хочет, что ли? Ну, одного заберет, да, дальше. Можно подкопать, попробовать, что запрыгнуть на резолюшене, но это Тини, он очень плотный. Запас здоровья большой. Что не пробить. 0-0 в четвертой минуте. Лишак продолжает держать первую строчку по ласт-хитам. 20 на 4. Там сразу идет Зевс. 19 на 3. Разрыв минимальный. Но 1000 впереди уже LGD. За счет баунти рун, за счет все-таки удачнее вот крипстата на боковых линиях, потому что мы видим и у МК, и у ДП довольно много дымаев. Так Синкью нападает, тут сразу... не забрать его. Его не забрать. Да, Фейт Бьян на подмоге сразу и... приходится резолюшену отступать, если линии друг друга страхуют. Вот этот сайдкик в 2 на Марсе ласткитить, конечно, помогает, но драться пока что особо нечем. Карапас ФКД, но там еще 5 стиков имеется, так что никто здесь не грозит умереть. Погибает Курье. Купей там сбил. Резоль. Что-то как-то не получается, пока у него заласт-хитить, потому что ему даже не мешают. А хочется таких крипчиков халявных забирать. Пятая минута. Пока нигде никакой агрессии. Никс не смещался. Да, все еще стоят на своих линиях. Да, ждем атаки, ждем ФБ. Будет его пробить. Слушай, хотя, а если так? Кристаллис, еще тычка. ФБ вот купе, да. Вот и первая кровь для Секрет вновь. Навес и пошел. Вновь именно линия Кристаллис плюс Пупей. Эту первую кровь добывает. Слушай, ответ походу будет позади. Стики пошли, должны добивать. Бревно прилетает. И первая кровь упала бы в их копилку. Слушай, может быть, Заяц так бы и не сыграл. Это как ж такое все-таки, когда ФБ уже сделано. Более раскованно можно на суппортах низкого уровня действовать. Потому что фраги уже не такие дыр. Видим, что снизу вроде ДП качается, вроде все хорошо. При этом соло экспа есть. А не нагло играет здесь Вайт? Или Макликин подстрахует? Да. Там пока армор висит можно на развороте. И, мне кажется, стаки перегрузить. Сейчас можно набить. Стаки набились. Кристаллис. Размотка пошла, зацепил Личан. А вот и шестой уровень у Зевса. Вайт выживет здесь. Фласка пошла. Дабл килл от Nothing to Say, добил еще и резолюшн на нижней линии. Да, забрал и Резоли, и Кристаллиса двух коров. Забирает НТС. Плюс по нетворцу для Зевс. Такой приятный бонус, знаешь, стоишь шестой, получаешь, кнопку нажал. Безусловно. Плюс сразу 500. Уровень 7. Выход, запрыгнул. Красивый мув от Nothing to Say. И Никс такой, а что я могу поделать в такой ситуации? Пейпиан. Кувыркнули. А что дальше? Да ничего. Есть сифончик, и Резоль вынужден сейчас будет подступать отсюда. Ну, размял. Шестой нужен вывел. На Марсе. Марсе на коре опасность становится все-таки, когда появляется ульта. Вот, когда есть ульта, уже так стоять прям совсем не хочется. Потому что в любой момент Марсе на тебя нападает, и ты гибнешь. Там Ниша очередной стак себе сделал. Пойдет все это дело на 7 уровне фармить. Просто можно только через сайдкик как-то денаить, ласт-хитить, и на этом, собственно, все. Есть стаки здесь для да, Ниши. Камбэкнуть сейчас по нетворцам, по XP. Да, он, слушай, не то чтобы отставал, тут просто дело у в том, что, мне кажется, разница. Зевс огромный. Да, Зевс, Зевс огромный. Был огромный за счет Зевс двух коров забрал, и тут, при том, что у Ниши полный фрифарм, он все еще немножечко позади по нетворцам. Дают здесь Пупею немного поэкспиться, но Пупей нет, тоже уровень. Нет, Nothing to Say не все дает динает. Халявного кача, да, 2 деная. Пупей говорит, ладно, я все понял, я пошел в другое место. Ждем, что уровень на резолюшене. Может быть, снизу сейчас вчетвером. Да, тут экзорцизм уже появляется, резолю бы как-то выпрыгнуть отсюда, выпрыгивает через зайца и уходит подальше. Да, здесь... Экзорцизм что... потрачен, и даже на вышку выйти не получится. Ну, они, наверное, сейчас пачку быстро заберут, сейчас рассказ там. У Резоли один крип до шестого здесь. И если экзорцизм закончится, мне кажется, Секрет могут прям сразу контратаковать. Пачка крипчиков есть, экзорцизм работает. Экзорцизм сейчас вышку вообще не съедает. Мы это знаем.
И смотрим, что будут сейчас делать. Сейчас выход секрет. Будет на Хэдбиана, я думаю, под конец экзортизма или нет. А, Ксинкью здесь запалился. Вардик ломают. Ксинкью выбирает, кого выкидывать. Там тем временем стремена Тусейл запрыгнул. Станчик будет или Глимс, хоть что-нибудь. Килл а ставит, там не нужно, там хватает урона, там ошибается. Так это нас еще продолжение Тусейл. Атаки будет. Навес пошел. Вая, можно кувыркнуть. Прожимается ультимейт от Марси. Подкоп пошел от Зайца. Нужно отступать отсюда. Резолюшн кувыркнули. Резоль добивает Вая. Отступать отсюда. Нет, залайфстилиться не получилось. Фейтбьян с танчиком не достает ниши и отступает отсюда. По итогу ДП, а вот Ксинкью добить или нет, молнии там нет, дожигать будет просто, да и Глимс там имеется в запасе. Кристаллис на молотке будет уезжать. Да, он наверное, просто да? На молоте здесь выпрыгнет вниз. Грубо достаточно Nothing to Say ошибся, стоит отметить, да, потому что он просто с прыжком зафейлил, и таким образом ниша этот соло фраг оформляет, лишь рак огромнейший становится. Мы видим почти 5000 нетворцев. Ниша чувствует этого лишака прям. Шикарнейшее начало, и с такими темпами, ну что, может опять в бадстон выйти, или, возможно, здесь через худ сыграет. Вот худ выглядит неплохо, магического урона у LGD тьма тьмущая, и этот худ лишним не будет. Его еще и потом грейдануть можно. Вообще да, потом на кипку, конечно. 4-4, брейкер, на ниш... Разбираются здесь баншой, Ксинкью опасно. Да, и как же трудно вот эту ультимативную валору использовать вторую карту подряд. Как только ульта появится, сразу же есть через нее фраг и кристаллис, который чрезвычайно бедный был. Смотришь, сейчас по нетворсу уже немножко подкамбэкался. Ксинкью подключается подкоп не ниша. Успевает дать, карапасы тоже заяц не нажал, из-за этого Ксинкью да, убегает поздно. В леса и... Слишком поздно эти карапасы подрубают. Видишь, выходил, думал, что... Ксинкью... Реакции... Делать все, что надо. Ниша больно, кстати, здесь, слушай. Вай, выход на Зайца, карапасы одна секунда, запрыгнуть. Вай можно разминать, у нее шестого уровня нет, чайник здесь, и должны с ним разобраться. Его очень быстро размяли. Слушай, они и Фейтбьяна должны здесь забить, мне кажется, должно хватать урона, экзорцизм работает. Носится под статиком, ему абсолютно все равно резолюшн. Будет задувка, есть урна, бревно долетает, резолюшн отправляется в таверн. ДП на такой стадии не взять, когда есть сифон, и все-таки взрывного думала, урона там... недостаточно. Ниша быканет и пойдет в него тоже выжигать, но побоялся. Слушай, nothing to say, врыв наглый, через молоток, дичка с виндетты забрали. А вот это шикарно. И надо убегать. Палка Манкей Кинга, зацепили Зайца, но кристаллиса, мне кажется, не взять, потому что купей просто есть глимсанет глимс, отсюда. И спокойно отошли отсюда. Важно, что кристаллис два вот этих убийства получил. Именно фраги сейчас позволяют не выпадать кристаллизу из вот этой гонки по нетворсам между корами. Да, он все равно на шестой строчке находится. Но, по крайней мере, вот какой-то нетворс у него появляется за счет вот этих убийств. А общая ситуация у Secret, она весьма неплохая. Есть ниша, достаточно близок к 20. Там скоро нажимает. Ультимейт будет у брейкера. И смог... красиво выходит здесь. Ну, Зайца не отпустят, наверное. Подкоп есть, да, но его должны добрать. На нем урна висит. Щит Лича тоже урон дополнительно наносит. И этого хватает. Вышка пала на нижней линии. Пытался он как-то оттянуть этот момент максимум. Крипчиков катапульты копать, но мы видим, одного героя было недостаточно для этого. Nothing to say. Девятый уровень. С прекрасного старта. Топ-1 нетворса. Даблкилла на двух порах. Мы видим, спускается на третий. Так, а я готова. Выживаемость это ему не сильно добавляет. Не взорвать добавляет его по-прежнему может. Верхнюю башню сил тьмы атакуют. Силы тьмы укрепили свои сооружения. Синкью притаится. Да, секрет просто в топе играют. Диаболики, да, у ниши работают. Уже 10 уровень есть, диаболики действительно вкачаны. И вышка падает. Крипом она, кстати, достала. Получилось, но в любом случае территорию захватили. Тавр забрали. Ждем Бладстоун и деремся. Я думаю, план примерно такой должен быть у Secret. Заяц. Через ультимейт брейкер хотят опять сыграть. Просветили его, надо отступать через карапасы. Подкоп есть, залетает сюда брейкер, пытается убить Лича до чайника. Его убьют, получается его убить Зевса, получается убить Лича, ну и за Фейтбьяном погоня пошла. Через молоток, минус три. Его. Байбек от еще Лича. И байбек, да, выбили здесь. Вроде есть чейнфрос у Вая, но мне кажется, драка-то уже закончилась. Двух коров потеряли. Не отдали врагу центральную башню.
Зевс подставляется в очередной раз, ловят нас Интусея первым. Пупей не пожалел статик шторм на лича, что да. Важно, чтобы не было чейн фроста. И за счет этого просто, ну, калитку, драку заканчивают здесь секрет. И мгновенно получают 2000 экономического перевеса здесь. Нам показывают как раз-таки повтор этого момента. Заяц, а, вот смотри, пытался зайти, поймал, но его... по итогу все-таки на карапас. Но он его ультимейт поймал. Да, прям. Да, да. Ультимейт, да, и лича мы видим, прыгает туда Резоль. Резоль просто разбирается с Nothing to Say. Никакого ван чейн фроста, а Фейсбьян все-таки под 5 героями выживать не в состоянии на ДП. Ну там как может Зевс выжить с Кай? На него запрыгнули, его убили, он должен никак. Стоять если на... карапас он поймал, да. То никак он выжить не может. Заяц разведывает здесь все происходящее. Трех героев соперника обнаружил. Глимпс. Есть глимпс. И Пупей спокойно отходит. Можно курьера попробовать сбить? Ну, Пупей, наверное, не отходит. Пупей, да, Пупей все-таки забрали, хотя курьера подожди. Решил не убивать. Заяц. Добили. Пупей, Заяц здесь притаился, показываться не стал. Возможно, скоро в Рошанчика пойдут. Ну, подкат с ультимейтом, наверное. Сил света атакуют. Чтобы брейкер с ультимейтом была. Да, но тут уже Бладстоун готов. И вот я говорил про худ, но с тем нетворцем, который есть у Ниши, он может в Бладстоун БКБ выйти и вообще не париться, и идти вперед. Непонятно, кто его останавливать будет, Заяц. Подъем на треугольник, Синкью, оказывается, здесь крипчик уже фармили. Да, Ниша отступил, Заяц, если что, будет первым. Равить ситуацию, разведал, карапасы нажал, его должны здесь, наверное, продать будут. Его заберут, кстати. Да, Синистер Гейс да. Забрали. Ниша. И мне кажется, секрет не стоит тут. Слушай, ну Кристаллис убегает, они могут дождаться окончания экзорцизма. Конечно, конечно, и после под экзорцизмом вообще на того не стоит. Рошан не под ударом, экзорцизм, время тикает. Ой-ой, Ксинкью поймали, неужто получится ответный фраг? Получится. Сделать? Получится, чайник полетел, развели его, зарикошетил он хайграунд, там крипов бьется на... пошел, должны добивать здесь Марси. Марси добили. Фейтбьян все еще живой. Хороший чинфрост до сих пор прыгает. Кристаллис погибает. Пупей нужно отсюда отступать, ставит статик, но его преследуют здесь. Ами отправляет его. Ниша. Предлагает, да, ну и вот он взять. Камбэк от LGD. Не стоило все-таки драться без Зайца. Заяц это Зевса, и мы видим, что если Зевс может стоять вдалеке и стрелять своими молниями Скай, то героям секрет. Что там телепорт на топ. Очень больно. И Заяц может сейчас к Синкью опять подловить. Может. Они здесь с Лешраком вместе Центрик. Показывают. Центрик Синкью есть. Ставит. Карапас успеет. Нет, уже нет, нет, в смысле, нет. Тычек не будет здесь. Да, Синкью отойдет. Но... атака провалилась. Своевременный Центрик. Ломается. Опс. Синкью пытается дофармить свой дайгер. До него, конечно, еще очень долго. 1500 нужно где-то взять. Слишком активная ну, долго, игра недолго. С... еще одна драка, и Блинк появится. Но ну, или где-то буквально 3 минуты пофармить нужно линию. И тоже. Все будет. Выходит в блокинбар потихоньку Резоль. Следующая ну, стадия для Secret — это приобретение вот этих самых блокинбаров. Потому что мы видим, да, Крис чрезвычайно бедный. Но хорошая игра у Ниши, неплохая игра у Резоля. С появлением Блэкенбара действительно эта Марси станет проблемой. И мы видим, что Фейсбьян тоже выходит в БКБ на вот этой оффлейн ДП. И билд с БКБ, он не сильно, чтобы в лейт, да, это билд больше вот как раз-таки на мидгейм, пожалуй. Сейчас за счет Весселя поделать убийство, потом там в БКБ, возможно, драку выиграть. И рассчитывает. Заяц, снова сентри, карапасы, нажал под копом, не успел воспользоваться, закинули на него сайленс, на молотке можно ну, добить. Ну, можно забирать. Да. Да. Кристаллис уже с шардиком там, ничего не боится. 17 минуте приобрел, не стал. 17 минута, начинает выпадать у нас сразу же яблоко и плетка достается у людей. Ну, Заяц тоже копит на дагер, чтобы быстрее оказываться вплотную. Дают ему здесь возможность пофармить на центральной линии. Говорят, забирай. Сейчас лишняя денежка падает в карман. Резоль. До блокинг-бара остался только рецепт. Герой, конечно, становится намного сильнее с блокинг-баром. Может там да, оказываться... что Марси нужно, по сути, для счастья? БКБ башер да, да, на коровой Марси, и ты уже пошел. Прекрасно. И ты можешь убить героя там на 2 слота больше.
Nothing to say. Что Кайя дальше? Лин за БКБ билд будет у нас Энтусея. Ничего себе. И шарт уже, естественно, куплен. Не, БКБ это, конечно, интересно против Лишрака и Дизраптора. Сейф айтем хороший, но дорого, конечно. Если то заяц его поймает. Там уже Резоль показался и... Он в невижена вражеского находится. Он здесь в темноте, контролирует ситуацию и ждет смоук от команды. Резоль. На Резоле БКБ еще нет. Навесили, закинули. Синистер Гейс. Чайник улетает в Резоле. Должны его добить через урну. Так и происходит. Размотают. Слушай, здесь Баншу. Банша погибает. Резоль все еще жив. Резоль живет. Заканчивается время. Еще живет. Кью должен добивать его. Добивает здесь Резолюшну, но... Кристаллис в это время уже двоих забрал, и здесь еще Ксинкью выживает. У него летело бревно, у него не было хп, вообще на нем еще и Вессел висел. А там пришлось жертвовать всем, чтобы этого Резолюшну добить. Да, ну видишь, ульта под сайдкиком и несколько ударчиков, и все отлично. Заяц. Это все еще не было блокинбара у этой самой Марси. Под БКБ, мне кажется, его и вовсе не смогли бы добрать. Ну, под БКБ бы он в контратаку пошел просто. Драться до конца. Заяц очень болезненный урон, да, получил. Да, но еще нужны уровни Зайцу, как ни крути. Все-таки моноберн тут тоже очень крутая штука, да, против вражеских, да, да, кентовиков. Понятное дело, что импейл и карапас полезнее. Но когда этот Никс получит еще 4 уровня... Драться до конца. Заяц очень болезненный урон, да, получил. Да, но еще нужны уровни Зайцу, как ни крути. Все-таки моноберн тут тоже очень крутая штука, да, против вражеских, да, да, кентовиков. Понятное дело, что импейл и карапас полезнее, но когда этот Никс получит еще 4 уровня, вражеским корам станет ой как неприятно. Именно поэтому эти коры в блэккинбары и выходят отчасти. Но при этом против он книжку себе сразу невозможно закидывает без БКБ. На 20-й минуте. Битва за руну. Пошла. Ситуация, арена манки засейвит. Здесь нечем. Не было ультимейта, чтобы засейвить кого-то здесь. А вот и нашли Кристаллис. Навес будет. Не уехал лоу-граунд. Кристаллис. На... Авеза. КМС. Манки Кинг оказывается далеко, но, слушай, доберутся. Сайленс, Вессел пошел, сейчас еще Сифон, да, будет, доберут. Не уходит Кристаллис. Доберут его, это минус 3. Отличная суммарно. Драка от LGD. И тут же на вышку. Я так понимаю, Резолюшн пока... Да, он добирает БКБ. Добирает БКБ, добирает не БКБ, драться. И очень нужны эти БКБшки, чтобы как-то принимать сражение. Без блэккинбаров прям ой как тяжко. Вот и мы БКБ видим также, что нет блинка у Зайца. В это время у Ксинкью блинк уже имеется. И это тоже дополнительный такой перевес в инициации. Смотришь на Баншу? Вроде вообще немного. Вессел, Огр Клаб в кармане. Вот она идет. 1850 здоровья. Убить ее очень сложно. И при этом урона она наносит. А, ну много. Что, ну сифоны, если есть и, да, удается их развесить, то нечем пробивать фейсбьяна здесь. Ну и тоже добирает себе блокинг бар. Остается самую малость. В смоках пошли. Да, появилась БКБшка у Резоля, судя по всему, и хотят секрет свою атаку предпринять с этим айтемом. Заходят во вражеский лес. Видят здесь фейсбьяна. Заяц. Не поспевает. Заяц не поспевает. Читает фейсбьян ситуацию. Отходит, что пойдет в вражеский лес. Наверное, за ним. Да вроде надо идти, да. БКБ есть. Подкоп. Брейкер нажимает ультимейт. Приземлились. Загоняют фейсбьяна. Очень больно фейсбьяну. Залез, пытается его добить. Фейсбьян должен сейчас погибать. Лимсанули его на месте. Еще одна тычка. Добивают его и пытаются. Слушай, добить. Слушай, там можно и Ксинкью бить. Ксинкью. И Ами под стан попадает. Накрывается поляна Манки Кинга, есть поляна, выгоняют героев из поляны, живет все еще Заяц, блэккинбар пока работает, чайник полетел, время Вая. Никого не рикошетит, и Кристаллис должен добивать здесь. Забрали и Вая, Лича. Ами. Минус 3 суммарно выживает здесь Манки Кинг, но потратил и блэккинбар. Миша просто бастом нажимает, Ами упрыгивает куда подальше отсюда,
все-таки удалось Black and Bar прожать и хотя бы раскастовать арену и разогнать немного героев Secret. Но драка-то 3 в 0. И вот наглядно мы видим, насколько вот эта БКБшка на Марсе была нужна. Резоль приходит Резоль. Да, он нападает на ДП, и нет ответа никакого. Абсолютно. Потому что вот такой вот Monkey King с Мейджвейером и БКБ, он же не может такую Марсе останавливать. Заяц опять ищет. Но ультимейт брейкер в КД, поэтому сейчас... Да, очень быстро секрет действует. Сразу же пытаются подловить оппонентов на перетяжке. Заяц уже в вендете, в другую часть карты бежит скаутить. Лишрак у нас первый по нетворсу. Но пока, конечно, резолюшн он прям вот... И смотри, за счет этой драки Ниша сейчас свой блокенбар купит. Вот буквально сейчас пару лесных пачек. Ну там и у Фейт Бьяна появляется ПКБ прямо сейчас, так что тут следующий файт будет уже куда интереснее. Ну откровенно скажу, мне кажется, что БКБшки Секрета здесь дают гораздо больше. Вот гораздо больше. Так, а что здесь Башар планируется, потом Скади на Мунки Кинге? Ну Скади хочется. Скади очень хочется. Ну и Дайгер сейчас появится на Зайце. Можно дофармить пачечку какую-то. Да, Блокенбар готов для Ниши. И мне кажется, сейчас будет очередной смок сразу же от них. В это время LGD уже в смоке заходят во вражеский малый лес. Прожимает сектарцизм. Это Рошан. Это Рошана просто? Это Рошан, да. Фейт Бьян с Блокенбаром. Слушай, так а Секрет готовы. Секрет во все оружие. Вообще у них все есть. Скаутит. Да, все ультимейты откатили. Заяц пойдет видит сейчас чекать духов. Через Карапас. И можно это сделать. Пошел подкоп. Накрывает все это статиком. Брейкер поземляется быстро. Включает Тини и Фейт Бьян. Ами сейчас пробит. Погибнет. Ами погиб. Фейт Бьян в БКБ выбирается отсюда. Вай. Гонит его подальше. Вай никуда не уйдет. Вай это горят 100%. Да, и у Рошана только пол столба Фейт Бьяна. Резоль не получилось достать. Выкидывает Тини после пайбека его. Резолюшн. Погиб. Его стерли магическим уроном. Секрет сейчас нужно просто отойти. Пупей улетает отсюда. Нечем добивать Рошана. Ами мертв. Экзорцизм закончился. Это два выбитых байбека. И Секрет сейчас просто подождут, пока Резоль с Зайцем выйдут из таверны. И спокойно сами могут идти опять в зону Рошпита. К этому времени уже плюс-минус откатятся БКБшки, и можно сетапить новую драку. Мы видим, что сейчас в драках за счет вот этих трех блокенбаров Секрет гораздо сильнее выглядят. Да, Кристалли свой БКБ не использовал в этом файте. Копит на дизолятор. Теперь урон дополнительный тоже нужен, чтобы Фейт Бьяна быстрее прожать. Ну, посмотрим. Чекает периодически еще Рошпит молотком. Заяц рядышком. Центрик увидели. Нужно дивардить здесь все. Ждем отката ультимейтов. 20 секунд до статика у Пупея. Без него идти Рошпит точно не хочет. Так, тут нападение Сингью, на Пупея. Выбросили, подкопали его. Это размен. Они без вами, ты понимаешь? Они да, здесь, но без байбека к Сингью он выкупал. Настолько они хотели убить. На базу полетел Блинк забрать с базы. Так хотелось убить Пупея, что пожертвовали Тини и надеялся, что там никого не будет на той надеялся, половине. Что это халявный фраг будет, мне кажется. Вряд ли прям Ксенкью после бая хотел себя на пятерку разменять. Но Секрет готовы защищать были своего капитана. Ну преимущество по нетворсам минимальное. Ну и вот он, Башек, готов, судя по всему, да? Да. И вот она Марсе 15 уровня. Слушай, уже со они сами талантом. И да, конечно... Нажимает байбек, авьюфайт. Видите, его убили, а есть... Ну, дожигай здесь, манки. Продолжаем.
Ну что, вы ждали, я снова здесь. Возвращаемся на матч Secret против команды LGD. Ну и забрали Aegis, подрались после этого достаточно уверенно, Secret. Ну и вот она драка, главная драка, которая была. Драка как раз-таки за Рошана. ДП, видим, поймали. ДП шансов нормально дэмэдж раздать на старте не дали. Но Фейбиан успел БКБшку нажать. И не убиваешь ДП сразу, потом страдаешь. Правда, двух саппортов теряют на старте игроки LGD. Ну и, конечно, тяжело уже продолжать файт без нормального контроля. В это время Тини поймали. В очередной раз страдает Ксинкью. Кристаллис просто раскрутился вместе с Лешраком. Убивают Тини. И дайвят. Дайвят уже за Т1 вышку. Туда между Т1 и Т2. Действительно вопросики, почему на 28-й она все еще стоит. Ну, видим, несущественно все это для Secret. Находят фраги по карте. Реализация Aegis'а, ну, она вылилась, в принципе, в непроигранную драку с Secret'ами. При том, что и ДП осталась жива, и МК. Ну, и видим, что Secret просто душат теперь по линиям. 2000 перефарм, безусловно. Но посмотрите на эту машину на Лешраке. Ниша просто прет вперед. Вторую карту подряд. Bloodstone, БКБ... Юл, Блинк, ну, все супер круто, и Нетворс. Ну, это просто убирайте детей от экранов, потому что то, что делает Лешрак с этим Нетворсом, это просто шок. 17 500 против 13 Зевса и 13 000 от Манки Кинга. Ами реально вроде бы не должен получать, был так сильно по голове, но видим, как это все складывается для него. Еще один фраг находит по карте, забирают Зевса, Nothing to Say отправляется в таверну. Это топовый нетворк с команды LGD. Они просто гангают, они просто ищут по карте персонажей, заходят за Т1, заходят за Т2, находят героев, уничтожая их. Ну и сейчас просто ждем, что нетворк будет расти безумно снова. Заяц копает двух персонажей, туда же ставит ультимативную дизраптор. Прилетает Кристаллис, находят Вай, уничтожают. Лич отправляется в таверну, МК разультился, поставил арену, Резоль оттуда выходит. Ксинкью, лоу хпшный, его сжигают. Просто сжигает его ниша под БКБ. Дальше за ДС профит, сюда же подключается Кристаллис. Минус 4. При этом живой резолюшн на Марсе. Придерживает бачок, уходит из файта. Но это суммарно минус 4. Еще одна выигранная драка с Секретами. LGD, похоже, направляются вниз. Либо у LGD на этот выигрышный файт. Слушай, ну падает Т2 под диаболиками очень быстро, уже 6 тысяч преимущества. Да, Т2 тут упадет мгновенно, это безусловно. И мы видим, почти готов Дезолю Кристаллиза, это дэмэдж поднимет очень уровень солидно. Уровень растет очень быстро, потому что файты выигрываются, они не погибают в них. Да, и... посмотри на этого Лешрака от Ниши. Тревела, блин, БКБ и Юл Бладстоун за 30 минут. Смотри, они треугольник забрали, а тут куча стаков было. Буквально за 30 секунд, пока LGD сидели в таверне, преимущество выросло еще на 2000. 18-й будет. Пока что все складывается по сценарию Secret целиком и полностью в этой серии. Первая смотрелась прям совсем легко. На второй мы видим, что Secret сейчас переломили ход карты и 9000 перевеса за ними. LGD в ответ пытаются вот найти какую-то свою атаку, но последние несколько выходов не уменьшится. Быть сейчас... Прогоняют Зайца. Зайц все еще жив, добили его. 80 секунд его не будет. Резоль оказывается больно. Слишком глубоко. БКБ заканчивается и преследует его Ами, но Резоль уже отступил. Резоль да, уже отступил. Есть байбек. Забрали и байбек выбили. Пупея здесь можно забрать. А вот Игли. Нормально. Все, убивает. Справился. Бью. Справился, теперь отступить. Единственное, что здесь не Мистер Гейс. Не дадут, к сожалению, для Secret. А может быть, Брейкер ультимейт? Не. Вот это я так нагоняю хайпа. Слушай, ну 70 секунд будет сидеть в таверне. В целом ничего критичного. Ну и это первый такой успешный, пожалуй, смоук за последние минут 10 от LGD. По крайней мере, выбили бай и забрали Пупея дважды. И особо никого не потеряли, только Ксинкью в размен. Нормально. Мне кажется, с такими врывами в пупе ему очень хочется его диск себе собрать, потому что он всегда первый цель для убийства. Просто нужно позиционно уже сыграть, и все нормально будет. Верхнюю башню сил света. Ну да, мы видим, что 28 000 урона нанес Зевс. У Зевса всегда урон по героям
топ-1 показатель, но при этом у Ниши 25 тысяч на Лешраке. И урон на Лешраке, он гораздо эффективнее работает. Потому что Зевс, ну что, ну он ульту нажимает, там урон рассеялся, и все выжили, да, как правило. Лешрак, если же кого-то бьет вплотную, то это урон концентрированный, и герои лопаются. И мы видим, что... Врыв пошел через Карапаса, зацепили, Брейкер врывается, пытаются убить Зевса очень быстро. Зевс нажмет ли БКБ? Нажмет, но он ему не поможет. Физического урона тоже предостаточно. Вай тоже отлетает в таверну. Ниша на косте. Ворсу. Чиниший счет. Мы видим хороший. Уже все, которые есть, которые необходимы, имеются. И, ну, нужен, пожалуй, 20-й еще там талант. Там очень классный. Ну, 20-й он добьет сейчас. Если уже укупеешь 16-й, я думаю, у него проблем не будет. 19-й с половиной, да, и мы видим, что... Для Luminosity. Пол уровня осталось. Кинга и свою команду укрепляешь, да и плюс с дезолятором слишком. Этот айтем пушить тоже удобно с ним. Сносить ТВРа. Ну и ждем. Сносить ТВРа. Ну и ждем появления Рошана. Я думаю, следующая массовая стычка будет именно в Рошпите. На топе. Да, ну и в труднительном положении LGD, потому что со смока они вроде могут нападать, а вот так вот непонятно. Здесь тут хотят, готовый так секрет. Ниша поднялся. Купей снизу. Купей далеко, но он бежит к своей команде. А ну отдайте. Да, Ниша назад говорит, не-не-не, ванпост так слишком просто не отдадим. Важно для Рошана это все дело, поэтому... Резоль с даблдэмэджем. Резоль просто может размазать какого-то вражеского кора с ДДшкой на Марсе. Есть подкоп, врыв, да. Этот кор будет этот Зевс, кор, он погибает, у него Зевс есть байбэк. Карапаз покупается, по саппортом. Фейт Бьян убегает подальше отсюда, забрался в арену Манки Кинга, все выбираются оттуда, поэтому потеряли только Никса. Фейт Бьян заканчивается действие Блэкинг Бара, тут же Глимс его забирает. Трипл килл от Резолюшн, и это еще не конец преследования. Под Т4 Вайс спрятался в Глиммер. Пешак выжигает его просто под Т4. Глиммер закончился, Манки Кинг здесь огрызнуться никак не может, это... очередной выигранный файт Team Secret. Да, но сколько драк на протяжении вот этой второй карты на НТСа напали первым? Да. Ну сколько? Ну, посмотри, ну, мне кажется, там 4 Зайц или 5. С километра. Ему либо стоять прям за Т3, ну, наверное, так и надо. Так где угодно можно стоять, но 4 или 5 раз ты бежишь на Зевсе. Ты дэмэдж... Стоять с ранжи, сбрасывать, носить урон. И стоять первым. Так и выиграно не будет. Ну и да. Время. Таймерах предоставлено. Буквально 10 секунд осталось. GD, но Рошан за это... И это... Из... Просто... Мой минут. Пятый, извините. Убить Нишу. А его нужно убить дважды. А у него Шива, Елу, Бладстоун и Блэкинг Бар с Аегисом. То есть он может прям в арене Манган находиться и бегать. У него сейчас еще и силовой блинк будет, я тебе так скажу. Ну, если только его где-то в пятером одного ловить. Но я думаю, секрет такой ошибки не допустит. Так и то. Не факт, что с Брейкер прилетит. Они справятся. Заяц. 18 есть. Нашли Вай. Вай, да, это Вай без шанс. Глиммер, там Вижн имеется, там Резоль его просто прожал съедает. Прожал ульту Резоль на всякий случай. Думал, что может быть придется здесь как-то драться, но сейчас Вай пойдут здесь на хайграунд. В одиночестве находился. Да нет, слушай. Слушай, ну у тебя у Лешрака 25 уровень Аегис, я думаю, можно аккуратненько выжигать твора. Вот это тот сценарий, который Купей умеет отыгрывать лучше всего. Когда ты далеко впереди, когда соперник зажат на базе, в
все команды Купея на протяжении многих последних лет, они никогда не спешили в такой ситуации. Слушай, он просто прилетел сюда. Он просто прилетел, да. Он просто в госте, просто погиб. Ну, Купея отыграл ситуацию. Фейпьян с танчиком попали по нему. Подкоп Никса. Манабёрд. Да, неужто добьют на ПКБ? Да, погибнет, его добьют. Фейпьян. И Ниша просто бегает в арене то, о чем я... Ему наплевать. Закончилось и... Тут ТП. Ну, тут же... Таймингу резон... Можно. Вот... Крему... Это, конечно, next. Интересно, такой летит, такой... вы захват... Я лечу в любом случае. Все коры выжили. Вражеский коров позабил. 20 человек уже. Понимаю, как она будет... Как... И вы... Да, они когда они спокойно готовят 50 тысяч химического. Просто как там на 2 айта еще махом заканчивать карту в свою пользу. Диаболи... 4 веса, при том, что один физовый вражеский двух. Вот такого, ну, уже выглядит. Видели от этого много чудес. Центральные казармы сил тьмы на протяжении атакуют. Это, пожалуй, яркая команда. Но это здесь правда. Плей-офф верхней сетки Интернешнл, главного турнира. Аегис в наличии, ниже наш... Он даже урона добавить не может. Ниша убегает отсюда с хайграунда. Есть форстап, и пошел Резоль в Бакенбаре, драф просто против Ами. Надо отступить. Ами выигрывает. Арена Манкикинга, Резоль, погиб. Ультимейт Девса еще один. Слушай, надо отступать отсюда, потому что может они потеряют быть, вот сейчас... это то самое чудо, вот это то самый камбэк минус. Похоже, на самом деле, ну, не то, что это будет прям чудо до конца, но огрызнулись LGD очень здорово. Ну, далековато оказался лишь шаг, там под Т4, то, что да, его выкинули. Такое. Ну, такое больше... 5000 хотел. Отыграли, мы видим. Ну, здесь две по графику, но сейчас еще пособирают баунти, еще пока там герои будут в таверне. И где-то пятерку отыграют. Да, лишь рак под Т4, конечно, далековато. Здесь залез, и глиф прожали LGD, вышки там чуть-чуть постреляли. Ну, может быть, стоило вот здесь отступить до ну, конца. Вот Резоль тут думал, что вот тут да, он сейчас да, побьет что они всех, на развороте... а здесь сами был наготове. Всех уничтожат, на просто там, смотри, экзорцизм был прожат, блэкингбары были прожаты. Да, вы да, можете просто безусловно отойти и развернуться потом без здесь просто выйти нужно ультиматив было, тем более у Лешрака был Эгис, и ему так ничего не угрожало по-настоящему. Рефрешер появился у нас у Ами тем временем. Два ну, пока... блэкингбара, две арены. 23 уровень. Зевс вообще 22-го. Nothing to say, слишком много смертей в начале драк, поэтому и спа. Если честно, мне вот лично таланты на 25-м у Зевса не сильно и нравятся. На 20-м, да, там очень крутой талант. А у Е Lightning Bolt или 100... Ну, 100 карк-лайтингу. Карк ну, можно, ты отпушиваешь быстрее, плюс каких-то саппортов там добить. На Зевсе, понимаешь, такая ситуация, если тебе дают дамажить, то ты как бы и так всем кабины разламываешь. А если тебя Никс поймал, то что у тебя там плюс 100 карклайтингу? В ситуации, там... если тебя поймал Никс, таланты да, вот 25-го можно проблема и рассматривать. Нет какого-то таланта там на подсейв, может быть. Шляпа аскета для Манки Кинга. Ну что, ждем каких-то смоков, возможно... Криво Ганим выходит на дизерче своем. Почему нет? Айтем прекрасный. Нормальное решение, да. Вполне. Если в какой-то момент можно поставить или на ДП, или на МК, и просто выиграть драку таким образом. Появляется Кираса. У Кристаллиса дофармил себе. Ну и также гем ему отдают. Герой плотный. Почти 3000 здоровья, куча арморов. Там ниши уже некуда айтемы складывать. Ну, такая проблема тоже возникает, если ты очень много фармишь. Ну что, LGD в смоке. По интересной траектории забегают во вражеский лес. Будут заходить, судя по всему. Купей палится на центре. Команда готова, если что, его спасать.
У Ниши бай есть. Ниша, смотри, как агрессивно играет. Мне кажется, он понимает, где находятся оппоненты. Да, он заходит сюда первым. Встреча, блокенбар, фейтбьян начинает выбираться отсюда. Стан уходит в никуда. Нишу надо спасать, но чтобы КП подходит к концу. Его присыпали, урон это может хватить. Понимаете, Амьёу погибает, а если Раптор, то ультимейта. Будет и Ниша тоже Ниша отправится в таверну. Еще 3000 отыграли LGD, да, но две это... драки последние шикарные LGD проводят. Слушай, Ниша на самом деле просто настолько беззаботно поднялся. Если кто-то не мог сделать такой камбэк, то это LGD. Да? Проигрывали да. 20 тысяч, отбились на хайграунде, и сейчас мы видим еще один отличный выход от них. Заводится зал, я слышу, начинают скандировать LGD. Тут хорошо для Secret то, что Рошана нет. Был да, бы Рошан, сейчас бы от этого перевеса вообще ничего не осталось по факту. Ну, надо аккуратнее играть. Пешаку ему уже показали то, что урону по нему хватает. Это не игра там на 25-й минуте, где он забегал в толпу и все знаешь, умирали. Мне кажется, они готовы были контринициировать секрет, я имею в виду. И если бы Пупей хорошую ульту установил, там Ниша мог бы и через байбек сыграть. Но там еще и проблема была в том, что погиб Пупей, не раскастовавшись. Там и такой заяц вектор был далековато. Побегали шака был. Ты посмотри, сколько ему нужно было пробежать до какой-то сейф-зоны. А БКБ уже работает всего ничего. Его бы никак оттуда не отпускали. То есть, если бы он прям сразу развернулся с хайграунда и пошел вниз под Т2, возможно, там бы еще файты приняли. Возможно, возможно. Через Карапасы, врыв, подкопчик есть, ну и раскручивают здесь. Да, тени, и как да, только немножечко LGD наглеют, секрет говорят, нет, мы все-таки еще... преимущество за собой сохраняем. Наказывают здесь Ксинкью. Ксинкью байбека нет, а вот Рошан подрошанчика, будет. Подрошанчика, да. Подрошанчика может быть очень-очень ну и что, полезным. Пойдут ли врашпи? Мы видим, что Резоль уже рисует зону, в которой нужно играть. Такое впечатление. Но Секрет бегут вообще в другую часть карты. И тут в Mind Games определенные пытаются сыграть Секрет. Вроде как без тени не должны LGD Рошана контестить, и вроде должны сплитпушить, и хотели, видимо, еще кого-то поймать перед тем, как пойти в рушпит. Мы видим, что Заяц по очень глубокой траектории здесь забегает, видит нас Интусея. Фейтбьян, Глипсанули, БКБ будет нажимать? БКБ, да. Будет. Ниш его принимал там уже станом. 9 секунд появления Рошана, запрыгивает на Резоль, кувыркнули, быстро взрывают, байбека нет. И драка продолжается. Вай тоже отправляется в таверну. Да, и этот Mind Games срабатывает. Выкупается Вай. Хайграунд или Рошан? Хайграунд или Рошан? После байбека, я думаю, Рошан. Почему? Потому что Лич все-таки с вот этим армором неприятный. Стопает, да? Такой товарищ, герой, который базу помогает защищать, пробивать вышки через Ice Armor. Задача не из легких. Да, Ниша отправляется в рушпит. Подрубает Диаболики, здесь еще и дабл дэмэдж лежит, который можно будет забрать или сейчас на Рошана, или попозже. Забрал, у Резоля Дайдаус, да, и урона очень и очень много у этой Марси. Дальше выход в рефрешер будет. Аганим халявный для Никса. Прекрасный бонус такой к 45-й минуте. 20 тысяч преимущества. Да, Пупей там свой собирает. И если команда будет продолжать соперника на базе держать, то рано или поздно у Дизрика Аганин появится. Бессмертия не бывает. Так ему прям чуть-чуть осталось. Да? Ему 250 да? монет. Ему сейчас отдадут эту пачку, и он прикупит. Разве что на байбек оставлять? Ну... байбек у него есть? На Дизрыча, когда ты можешь Агатим купить, на байбек оставлять, не мне кажется, это не вариант. 4000, если что, потом скажешь, что у тебя его не было. Да. Накапало 3000, пока не закупается, слушай, Пупей. Сейчас оставляет на байбек. Сейчас закупится, мне кажется. Это Пупей. На Дизрапторе дважды. Да, пока что не проигрывал Пупей на Дизрапторе на этом инте. Но это такая статистика. У Секрета в целом там... все весьма неплохо, да, и да. В плей-оффе мы видим, что тоже. 25 тысяч. Именно такой перевес себе заработали за 46 минут Secret. Да, был момент, когда LGD немного отыгрались, но сейчас Secret опять целиком и полностью берут ситуацию под свой контроль. Есть Aegis, есть Виндвейкер у Лешрака, что помогает выживать. Если Тараска. Вот такая ситуация будет, там можно уже на Виндвейкере из арены Манки Кинга вылететь, да, и команде попроще будет. За этого Лешрака, если что, сражаться. Укрепляется Фейтбьян, но мне что-то кажется, что Тараска, если прям фокус будет тотальный, она все равно не спасет ситуацию. И у нее 4,5... Закопается такое впечатление в интересной позиции здесь. И вард хороший Заяц установил. Зевс вроде как может это проскаутить, но нужно время еще.
Что, подъем на хайграунд? Смока. Да, смотри, Никс. Закопался. Выкопался. Недолго он в ямке был. Под вардом можно на МПЛ поймать, если кто-то не осторожно сыграет. Подкоп есть, что кувыркнут. Врыв через статик, через аганим. Просто взрывает его вместе с Тараской. Да, и спускает со слоу граунда. В этот раз никакой продолжительной атаки к Синкью попытаются еще забрать. Но его глимсанули на хайграунд, он погибает. Погибает на лоу-граунде, nothing to save, Яули, стан уходит в никуда, есть еще один. Байбек есть у Зевса, нужно покупаться, покупает Зевс. Нужно вжимать, Зевс. Да, нужно вжимать, байбек рефрешер прожимается от Ами, и нужно как-то кристаллиза забирать, сыр пока что используется на ДБ. Спасти нечем, ДБ кристаллиз гибнет. Погибает. Лишрака. Лишрак. А второй раз Лишрака получится забрать. Ну подожди, второй раз будет сложно. Второй раз будет сложно, там БКБ нет, поэтому как на него нападать? Да, нападать не получится. Слушай, байбек от Зевса был, но если еще раз убить Зевса, то это прям фри заход на хайграунд будет. Но как его убить сейчас? Пока Ниша что наклеит. И так Ниша готов заходить, диаболики откатились, и Ниша просто начинает уничтожать бараки и вынуждены глиф использовать LGD, не хотят отдавать свои строения. Ну это же ненадолго глиф. Да, Лишрак тут с шардом просто станы расставляет, как ловушки. Атака начнется... Ниши. Кто-то подставится под этот стан определенно. Там Зевса зацепил как раз в предыдущем файте подобным станчиком. Показывают нам повтор. Да, вот он, Фейтбьян с Тараской, казалось бы, укреплен да, но аганинный максимум, статик шторм да. Шансов не оставляет в такой ситуации. Был момент, когда вышел он из станов, и если бы не аганинный статик шторм, то БКБ удалось бы прожать. Синкью глимсанули, я думал, что уже все, сейчас его спасут на хайграунд. Он БКБ нажал же, да? А, и сам не захотел вылетать на хайграунд таким образом. Да, кристаллисы здесь зацепили. Байбек от Зевса, вот что, наверное, самое плачевное для LGD, это выкуп ключевой да, позиции. Не выкупив здесь нас Интусей, тут бы могло все наверное, и закончиться. Наверное, да. Ниша мог бы и закончить это а дело. Тут драка, чизбрейкер врываются, пытаются опять прожать Фейтбьяна. Фейтбьян погибает, Синкью стоит на хайграунде. Его тоже оттуда не отпустят и погибает здесь Вай. Поляна Манки Кинга прекрасная. Такое впечатление, что готовы заканчивать секрет эту игру. Выкупается Валора, выкупается Пупей. Ами здесь видят, не запрыгнули, хотят его выпускать отсюда никуда. Еще один станчик. Дабл килл от Резолюшена. Байбэк пошел от Ами. Резоль кувыркнули. Nothing to save в БКБ. Будет ли баш пока от Резоля? В БКБ. Я думаю, что на развороте он сейчас будет раздавать урон, но закончится блокинг бар. Его заберут, есть станчик, отправляют в таверну. Забирают нет байбека. 120 секунд. Ну и все, Ами в одиночестве, байбеков нет. 120 секунд до Зевса, до ближайшего тиммейта. 35 секунд еще. Подходят сейчас крипы по центру и по нижней линии. И Лишрак просто сейчас будет уничтожать их строение вместе с Даунбрейкер, с Дезолятором Керасой. Падает одна сторона, падает также сторона на центре. И такое впечатление, что просто в трон нашли. Идут. Сейчас открывать время, будут, да. Ами. Есть Юл. Блокинбара нет. Блокинбара нет. Подкоп. У Ами. Ами поймали. Ами убили. Он без байбека. Good game, пишут LGD. 2-0. Secret закрывают эту серию. Это отличная игра. Слушай, они себя показали прям монстрами в этой серии. Они катком прошлись по LGD. Слишком активный дота, за который LGD просто не успевает. Использование вот этой брейкер, который летает по всей карте, Никс, который скаутит, находит легкие цели, это прям вот зашло идеально. Да, мы видим, что даже если неудачная линия у Кристаллиса, то потом...